Интересные факты, которые ты не знал. Когда мы едим с людьми, которые много едят, мы тоже съедаем больше обычного, даже не осознавая этого. Единственная разница между Пепси и Кока-Колой в том, что в Пепси добавляют лимонную кислоту, а в Кока-Колу не добавляют. Кофе не оказывает бодрящего эффекта, если пить его постоянно. Организм привыкает к действию кофеина и нейтрализует его. Эти слова не стоит гуглить. Три безобидных запроса, которые точно испортят тебе настроение. Перламутровые – это не только цвет и окрас, но и кое-что другое. Лоскут – если вы, произнося это слово, представляете лоскутное одеяло или что-то другое, то у Гугла на этот счет свои мнения. Остроконечные – при виде этого слова мы представляем карандаши или что-то в этом виде, но у Гугла на этот счет свое мнение. Почему человек может просыпаться ночью без причины? Это иногда происходит из-за того, что режим дня не совпадает с нашими биологическими часами. Также это может быть из-за переутомления, стресса, и может кто-то на вас ночью посмотрел. Что будет, если смеяться по 10 часов в день? Тебя можно будет рассмешить, показав даже один палец. Ты, возможно, будешь гением, потому что люди с хорошим чувством юмора имеют повышенный интеллект. Ты будешь меньше болеть, так как смех защищает от заболеваний лучше любого доктора.